Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Новий 22-й рік вже входить в історію своїми цінами на їжу, на продукти. Подорожчали істотно продукти харчування на ринках, в магазинах. Ми розуміємо, що причина всього – це подорожчання цін на блакитне паливо. Чого чекати взагалі в 22-му році? Чому така ситуація взагалі виникла? Говоримо з Сергієм Максимовичем Якубовським, доктором економічних наук. Пане Сергію, радий бачити в нашій студії. 22-й рік і вже такі новини. Що буде далі? Добрий день. Ну, знаєте, я думаю, що настоящі новини ще впереді. Тому що поки население только косвенно ощутило то, что происходит в энергетической сфере Украины, потому что для населения цены на газ заморожены, для теплосетей также, поэтому и цена на отопление, по большому счету, практически не поменялась, и цена на газ выросла не намного. Да, промышленные предприятия не ощутили изменения, потому что была цена 9, сейчас 30. За кубометр газа, но вот население только вот ощутило косвенно после того, как подорожали продукты процентов 15-20. Но нас ожидают тяжелые времена. Почему? Потому что во всем мире цена на энергоносители выросла, но особенно в Европе. И можно даже сказать, что наблюдается их определенный дефицит. И то же самое можно сказать про Украину, потому что вы помните осень, когда, ну, прямо с вагонов работали теплоэлектростанции. С газом ситуация выглядела немного лучше, но все равно приближается к критической отметке. Так мы начинали прошлую зиму с запасами газа рекордными 28 миллиардов кубометров. Эту зиму 18 миллиардов. Сейчас в районе 11 миллиардов, но еще впереди как минимум 2 холодных месяца, поэтому я думаю, что реально это будет 3-4 миллиарда на начало апреля. Для того, чтобы вот, провести следующую зиму, нам нужно, ну, наверное, как минимум 18 миллиардов кубометров газа. То есть 15-14 миллиардов нужно будет закупить газа, который сейчас очень дорогой. Цена 1000-1200 долларов за 1000 кубометров на спотовом рынке. И то его не везде можно достать. Вот мы слово «дефицит» уже не помним. Были когда-то вот советские времена, последние годы советской власти в Украине, вот тогда был дефицит. Сейчас возможен дефицит именно газа. Чуть лучше ситуация с углем. Почему? Потому что есть определенная диверсификация поставок угля, но цена на уголь выросла на 100%. То есть как минимум он стал в 2 раза дороже. Поэтому какие будут запасы газа к следующей зиме? Найдет ли Украина возможность закупить даже вот по такой высокой цене в 1000 долларов 15 миллиардов кубометров? Это вопрос. Будет ли 15 миллиардов долларов резервов на то, чтобы закупить этот газ? Это тоже вопрос. А если начнется девальвация, если будет дефицит с газом и кому-то просто не будут его давать, то вот тогда начнутся серьезные проблемы и... Пока не видно, як Україна їх зможе рішити. За цю відповідь дякую, пане Сергію. Але все ж таки, давайте ми з цим зрозуміло. Ситуація важка. Давайте все ж таки на продукти харчування. Чому? Тому що наш пересічний громадянин, ми все вже розповіли про це, він начебто не відчуває підвищення цін на газ. Його це не стосується, але він приходить до супермаркету, приходить на ринок. Він, наш співвітчизник пересічний, слухає новини, де лунають такі вислови про держрегулювання на ціни на деякі продукти, де лунають новини про талони на продукти, так і до хлібних карток можна дійти. Прокоментуйте, будь ласка, ці новини з Кабміну, з Києва взагалі, держрегулювання на продукти, це чи 21-е сторіччя? Ну, знаєте, ми дійсно повернулися назад дуже сильно, ну, прежде всего, в енергетичній сфері, тому що, коли один і той же товар стоїть для кого-то 9 гривень, а для кого-то 30, то, во-первых, це огромні можливості для корупції і для сверхзаробітків, тому що, ну,
много есть информации от журналистов, что какие-то и промышленные предприятия, владельцы которых связаны с руководством страны, получают газ несколько раз дешевле, а кто-то получает 30-35. Поэтому это не рыночное ценообразование. Именно Зеленский еще прошлой зимой, он, видя падение рейтинга и ощущая то, что ситуация может быть хуже, вот он сказал, что рынок — это хорошо, но это тогда, когда рейтинг не падает. Когда он падает, давайте вот установим фиксированную цену. И так он сделал. То же самое с электроэнергией. При этом, например, вот некоторые услуги, они во много раз подорожали. Например, там доставка того же газа, доставка электроэнергии. Там рост более чем 100%. То есть здесь, ну, как бы люди не совсем это понимают, потому что сейчас приходят две платежки. Платежка за газ и за доставку газа. Так вот, доставка газа минимум два раза выросла стоимость. Как это объяснить, что за один год вдруг два раза издержки выросли, это большой вопрос, но при этом главная проблема в том, что тот орган, который должен контролировать монопольное поведение продавцов, антимонопольный комитет, он в принципе у нас не работает. Он не работает, и он не может работать, потому что, с одной стороны, есть масштабные пиар-проекты президента, например, «Великое строительство», на которые выделяются деньги со всего, из медицины и все, потому что, да, это вот картинка, и президент рассчитывает, что этой картинки будет достаточно, чтобы его опять избрали. Но для того, чтобы картинка работала, нужны свои люди в строительстве, которые будут и таблички вешать, и благодарить перед телеканалами президента. И идет распределение огромных сумм, это 130-140 миллиардов гривен, на несколько компаний, в том числе и в Одесской области, получают огромные-огромные деньги несколько компаний, и в каждой области. Да? То есть тут налицо монопольный сговор, и поэтому, например, у нас цена на вот строительные работы на дороге, она растет. Например, сейчас вот окружная трасса вокруг Киева строится, и там цена заложена, причем первоначальная цена, 11 миллионов долларов за километр. То есть это цена, которой нет в США, в Германии, в Канаде, да? То есть там цены ниже. Сейчас возникает вопрос, на основании чего такие сверхцены устанавливают монополисты. Может, у нас заработная плата выше, чем в США, либо налоги платят больше объем. Нет, потому что это монопольно. И вот антимонопольный комитет, если бы он работал, он в первую очередь бы занялся проектами Зеленского. А потом уже там курятина и все остальное, потому что здесь 140 миллиардов, а там, ну, чуть меньше суммы. И вот он не работает по отношению к строительству, так и по отношению ко всем остальным, потому что если он начинает кого-то трогать, он говорит: подождите, вот смотрите, вы не видите, как десятки миллиардов исчезают из бюджета, вы тут там 10% или 20% на хлеб. Поэтому тот орган, который должен ограничивать аппетиты производителей, которые устанавливают такие высокие цены, он не работает. А производитель говорит: вот цена на газ выросла, в этом давайте 20%. У нас вот маршрутные такси, да, тоже в Одессе. В прошлом году насколько подорожали там? 7 до 10 гривень. Да. То есть это почти на 50%. Вот так вот, где антимонопольный комитет? Ну, захотели и так далее. Да. То есть здесь государство не защищает простых людей, а защищает тех, кто продает товары и услуг. Почему? Потому что крупные монополисты, они влияют на каналы, а каналы создают имидж президенту, и вот он как бы их не трогает. А если вдруг какой-то канал начинает очень сильно там, ну, всеукраинский, возмущаться, ну, его можно и закрыть. Якщо що, ну то так просто. Але ми, якщо ми говоримо про держрегулювання на цін на деякі продукти, чи не стоїмо ми на порозі нового проєкту, ну, наприклад, велике годування? Ви ж журналіст, ви все це чувствуєте дуже хорошо. Звісно, річ йде о совершенно популістських діях. І от то, что сейчас, ну, как их там, продуктовые карточки, либо как-то по-другому. Вот, например, 1000 Зеленского, да, вот она к нему не имеет никакого отношения, да, из бюджета выделяются деньги, да, тем, кто вакцинирован. Но это все распиарено и рассказано, да, вот как вот президент чуть ли не со своего кармана, либо с офшорных компаний близких, да, оплатил эту каждую тысячу. То же самое будет с продуктовыми карточками. Пенсионеры, которые максимально пострадают и страдают от роста цен. Почему? Потому что для богатого человека там, ну, хлеб стоил 15, сейчас 20 гривен. 5 гривен
Это не деньги, да, а для пенсионера, который потребляет дешевые продукты, вот когда они растут на 20-25%, это почти весь бюджет. И вот они пострадают значительно больше и потеряют больше на росте цен, чем то, что они получат там, по каким-то там карточкам, счетам. Но какую-то тысячу могут выделить, да, и пенсионерам, и вот рассказать о том, вот какой заботливый президент. Но это никого не спасет, как это ковидная либо антиковидная 1000 гривен. Ну, вряд ли кто-то почувствовал себя значительно богаче от этой 1000. Но то, что это будет развиваться, и это новый пиар-проект, типа великого строительства, но вот в разных направлениях, то тут я с вами согласен. А взагалі, як сам цей механізм державного регулювання відбувається? Уряд там, чи Офіс Президента зустрічається з представниками великих там, заводів, які виготовляють ті чи інші там, продукти харчування, якось датують їх, чи навпаки, якось погрожують, чи якщо там будете заробляти сверх норми, да, то будемо інакше там, розмовляти. Як взагалі це може відбуватися? Давайте змоделюємо ситуацію. Таку. Ні, ну знаєте... Кто у нас главный, как может правительство грозить тем людям, которые финансируют, в том числе пиар-компании президента. Поэтому здесь наоборот. Да, возможны какие-то запросы там, представителям крупного бизнеса с вопросом, вот, где вы можете вот, сделать вид, что вы там снижаете цену. Либо, наверное, будет то же самое, что, например, с газом. Ведь почему население... получает дешевый газ. Потому что там в районе 50 миллиардов гривен компания «Нефтегаз Украина», которая убыточная, которая умудряется при себестоимости украинского газа там, в пару тысяч гривен продавать его за 9 и при этом быть в убытке, она получит 40-50 миллиардов гривен. Местные бюджеты. Почему, опять-таки, мэры всех городов, они достаточно лояльны президенту? Почему? Потому что, да, с одной стороны, зафиксированы цены на стоимость тепла для населения. С другой стороны, я думаю, что местные бюджеты тоже получат 40-50 миллиардов гривен дополнительно живых денег, которые потом они потратят, может, где-то на модернизацию ТЭЦ, а где-то на другие цели, на которые решат мэры. Поэтому, да, это не бесплатно, это из государственного бюджета. Поэтому, если и будут зафиксированы цены, но опять-таки, это, знаете, как вот есть сорта, разные сорта хлеба. Есть хлеб, который получается из переработки. То есть, ну, его сдали обратно, его переработали, и потом вот он продается. Есть такой хлеб, ну, абсолютно нормальный, я тоже его... покупаю, да, но он как бы не такого качества, чем хлеб из твердых сортов пшеницы, который, да, однозначно несколько раз дороже. Поэтому, может быть, на некоторые там самые дешевые сорта хлеба и ведут такие цены. И это вопрос абсолютно не принципиальный, потому что если это будет там 5 наименований товаров, либо 10, то самое главное, что это все-таки система здравоохранения. Где, потому что каждый человек, особенно вот пенсионер, особенно бедный, ну вот заболел, ну что делать? Надо же как-то лечиться. Здесь просто государство делает вид, что вообще это не связано с государством. Те цены, которые устанавливаются в аптеках, устанавливаются на анализы, да, вот, ну, Европейский Союз. Как он борется с коронавирусом? Да? Бесплатное тестирование. У нас сколько стоит ПЦР-тест? Да? 700 гривен, по-моему, минимальная цена. 700-600, да? Почему у нас вакцинация вроде как бесплатная, а вот то, что необходимо обязательно даже вакцинированному человеку, стоит 700 гривен? Да? С чем это связано? Ну, с тем, что тут 200-300% просто зарабатывают. И вот бедные, то есть на медицинские услуги однозначно никто не собирается вводить никаких ограничений, никаких карточек, да, хотя это было бы логично, да, мы с вами платим единый социальный взнос, почему бы не дать нам возможность часть денег потратить на наши медицинские услуги, либо, например, на это 1000 Зеленского, то есть в кино можно пойти, а вот оплатить свои анализы, да, свои личные, нельзя, вот вопрос, да, ну, потому что кино это бизнес, это и так далее. Поэтому я не думаю, что вот эти все новшества, они как-то повлияют на уровень жизни населения, он будет снижаться. И я не знаю, что будет делать президент дальше. Вот какие у него идеи возникнут. Очень боюсь, что какие-то будут радикальные идеи, которые сейчас не нужны нам. Дякую, пане Сергію, за таку відверту відповідь. Пропоную за півтора, можливо, два місяці зустрітися.
побачити, як взагалі це буде відбуватися, як населення пристосується до цих умов цікавих, важких умов, давайте вже відверто говорити про це. Ну і будемо сподіватися на краще. А як інакше в таких умовах? Ну вже дійсно все-таки. Згоден, пане Сергію, дякую за розмову. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.